Привет, дорогие друзья, с вами я, Саша Паровозов, и сегодня я вам покажу факел из Майнкрафта. Вот он. Вот, собственно, он. Вот такой прикольный. Я сейчас покажу, как его можно на стенку. Так. Смотрите, вот так приштампиваем. Да, очень похоже на рычаг. Так, давайте сейчас. Вот, кстати, когда я его включаю, вы, наверное, видите, вот, как он работает. В темноте он также светит. Очень прикольный. Вот на Новый год вот можете такое заказать. Он очень хорошо работает в темноте. Пойдемте, даже сейчас покажу. Подождите секунду. Ну вот, ребят, мы пришли в туалет. Ну вот, оно вот так светит. Только вот я когда сейчас смотрю, он нормальный. У вас такой желтенький. Ну вот, я приблизил, вот. Ну, как сказать. Прикольно. Давайте сейчас домой. То есть... Ну вот, ребят, я в своей комнате и спешу напомнить, что сегодня я в прошлом видео, вчерашнем первом, говорил, что я послезавтра улетаю. Я завтра улетаю, может, в Патории, ну, когда я улечу, может, видео не будет, может, будет. Это пока еще проблема, поэтому лучше ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне так будет приятнее, я могу там выложить видео. Ну, ребят, с вами был я, Саша Проза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.